Доброго времени суток, уважаемый зритель. Я продолжаю тебя знакомить с проектом L-Lux. Если это первый видеообзор, который ты смотришь, то L-Lux – это первая глобальная блокчейн-платформа для покупки и аренды продуктов и предметов класса Lux. Как видите, здесь написано «Аренды недвижимости класса Lux». Но сейчас мы дойдем до того, что же именно, какие категории роскошных предложений о покупке и продаже. А это яхты, частные самолеты, элитная недвижимость и отели, спортивные и премиальные автомобили, вертолеты, роскошные часы, ювелирные изделия и мотоциклы премиум марок. Как видите, все кликабельно и показывают нам, какие роскошные вещи. Вон роликсы, вертолеты с девушкой, автомобили, элитная недвижимость. Все это тут представлено, чтобы вы понимали, что же такое действительно элитная недвижимость, автомобили и прочее. Далее представлены технологические особенности L-Lux. Одной из основных особенностей L-Lux является использование технологии блокчейн, что я вам уже неоднократно говорил. Она позволяет делать платформу прозрачной, открытой и безопасной для всех участников транзакций, чтобы сохранить транзакционные издержки, затраты на бизнес и упростить процесс покупки и аренды. Смарт-контракты способствуют полной автоматизации бюрократических процедур, в то время как децентрализация меняет логику процесса транзакций и устанавливает новые стандарты на благо всех пользователей системы – лизингодателей, арендаторов, продавцов и третьих лиц. Далее нам представлена география присутствия на масштабировании бизнеса. В 2018 году, как мы видим, Майами, Дубай, Лондон, Шанхай, Милан, Барселона и прочие. Они отмечены как на карте, так и представлены вам здесь. Как мы видим, на карте показаны регионы, в которых присутствует L-Lux и места, где активно работа выполняется для размещений и расширения партнерской сети. Представлена также и Москва, потому что все мы знаем, что Москва действительно большой и сильный город. Как видите, регионы присутствия и ведется работа по размещению партнерской сети в регионе. И в Москве уже присутствует данная платформа, что в принципе не может не радовать, что мы уже здесь. Также представлено Сочи, но о Сочи еще пока что ведется разговор, а Москва уже здесь. Далее представлена модель монетизации, это реферальная комиссия, реклама, сделки и конверсии. VIP-членство в частном клубе. Далее представлены преимущества, но о преимуществах я поговорю с вами чуть позже. А сейчас еще раз хочу вам сказать, что данный проект действительно необходим. Причем он необходим не только для тех слоев населения, кто может позволить себе люкс купить, ну и для тех слоев населения, которые находятся на серединке, таких как мы с вами, которым все равно по какой-нибудь из причин понадобится аренда люксового, не знаю, недвижимости, машины и прочее. Так же, как и свадьба, еще какой-нибудь праздник, просто заработали, я не знаю, купили билет за 100 рублей и выиграли пару миллионов евро. И решили купить себе сразу же люксовую яхту. Поэтому я считаю, что у этого проекта большое будущее. И вы
мне кажется, ну не то чтобы должны, это неправильно, но вам стоит посмотреть, что же это за проект. Узнать о нем чуть больше, перейдя по ссылкам в описании, которые будут под этим видеообзором. А я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.